И всем привет! Играем сегодня в Angry Birds 2. Вот свиньи появились. И стреляем в них. Вот взорвалось все. Переходим дальше. Понял. И взорвитесь просто все. Победил. Победил. Play. Так, ладно, сейчас я это попробую пройти. Классно. Круто. Так, на второй уровень идем. Прикольный. Так. О. Это уже интересно. Так и понял, сейчас улетит она. Улетела ракета. Улетела. Ну, взорваться это логично. Опять 3 звезды заработали. Класс. Давайте сломайте тут все. Ой, 2 звезды. А если мы попробуем на 3, что-то не очень нравится. Ну хорошо. Ну, не волнует. Нам это не волнует, насколько бы там было. Даже хоть не одну.
И вообще никакой. Ракета опять. Наверное, сюда. Боже, как тут все попадало! Классно! Лайк! Лайк, вот сейчас на 3 звезды мы заработали! А теперь босс нас ждет. Какой босс? Ну давайте, где босс тот самый? Наверное, то, что надо вот это вот убить. Вот эта птица очень классная. Ну, потому что все убивает сразу. И вот Бассиандр пришел. Боишься, да? Иди сюда. Падай, падай. Расстроился. Ва-ха-ха-ха. Уже все обрадовались, а тут вернулся. Это золотое там есть. Давай. Хоть даже промазал, но все равно повезло. Но повезло в смысле то, что ударился и потом отпрыгнул. Вот это был удар четкий. Всех вырубили. Давай, строй, что-то там. Сейчас как попадем. И то вообще с первого раза смог это сделать. Сейчас перевернется. О, нет. Бойся меня, давай. Повезло. Повезло, повезло. Давайте на восьмой. А интересно, что там есть? Вот очень интересно. Прям очень интересно. Кого ты хочешь разблокировать? Я вот это вот бомба хочу разблокировать, потому что он мой любимый персонаж. Ну, мне и Чак нравится. Да вообще все персонажи хорошие. Бомб, Чак и Рэд. Отличные ребята, хорошие. Давай попадай.
котел. Взорви давай это все. Выкидывай свинью. Хитрый свин уже тут. Вот именно. Может, взорвется сейчас та бомба, которая там внизу. Давай, давай. Ладно, это чуть попозже пройдем. Всем пока.